детства мой папа мечтал, чтоб я инженером, строителем стал. А мама мечтала лишь только о том, чтоб в жизни я стал знаменитым врачом. Но я пошел служить в УИС всем назло, и я кажу, что лично в жизни мне и повезло. Краповые осколы, синий бушлат. Если я на службе, все идет на лад. Надежная охрана, бдительный надзор. Слава честным людям, жуликам позор. Готовы сделать все мы для народа и страны. Зарплату нам повысили, и очень рады мы. Вот уж сколько лет, как я в системе служу, и признаться, удовольствие нахожу в том, что стал полезным и нужным для всех, нужным как сотрудник и как человек. А может, даже скоро мне достанется приз, лучшая медаль за укрепление УИС.